Резина чужая. Естественно, не твоя в мозгу резина. Не сам ставил. Чья? Вытаскивай. Блин, как жвачка какая-то. Угу. Пластик. Силикон и пластик, и плюс еще резина, да. Внутрь залили силикон и залили пробка такая резиновая. Чтобы не сильно ощущалось. Кто такой добрый? Поделился стройматериалами с тобой. И когда? Гелео, проверьте. Разберемся позже. Хорошо, убирай. Чопик, более жесткая структура. Пошли ей синего диагноста для начала и команде тогда. Пусть не, нет ее астрального адреса. Я не представляю даже, как она выглядит. Я ее не могу визуализировать. Ты посылаешь по имени, по ощущениям и диагносту, копируешь и даешь этот, обливаешь его от резины, и пусть идет к источнику. Ты опять отвечаешь забрал, на это вопросы, Америка. которые... Ответы давать на вопрос, которые я не задавал. Если у нее есть доступ к тебе, связь двусторонняя. Все, значит, канал есть. Mm-hmm. По каналу отправляешь и все. Улетел. Хорошо. Чопик. Эфирку внешнюю прям сжимаешь, уплотняешь, как снежок из себя делаешь. И вскрываются некоторые вещи. Что происходит? Что видишь? Антенны какие-то справа и слева. Угу. Твои? Mm-mm. Роевые? Вояки. Ломаешь, и ломается любая антенна, она как на прием, так и передачу работает. И эта связь двусторонняя. Ломаешь и смотришь, где еще ломается, откликается. Угу. Подмосковье, полигон какой-то. Туда диагностов. Пантерки. Чувствую, вызывая, они чувствительны. Они у тебя стоят тоже. Радары такие, знаешь, два. Сбоку, справа и слева. То же самое. В меня что-то транслирует. Дальше. Диагносты копируются всем тем, кто такие же, как ты. Просто это сделай и посмотри, куда пошли диагносты. Как-то северное полушарие больше. Угу. Сколько? Около 1000. Интересно. А посмотри на тех, кто такие же, как ты. Кто это? В основном мужчины, но женщин тоже есть. А с чего они такие же, как ты?
Ну, рация натура такая же. А почему? Конструкция какая-то объединяет, но это не начальные параметры души, это что-то позже. Ну, дальше думай, смотри, все открыто. Я и так слишком много уже. Я лишь направляю. С чего это все? Конструкция. Тебя копирующая. Что-то я не пойму. Но это не соратники, они не теплые, ни хрена. Да. Все верно? Тогда зачем? Кто? Очень просто. Вредители. Ну, это очевидно. А как они вредили? Компрессия сигнала, что это такое? Компресс это сдавливать. Ну, а компрессия сигнала, это, ну, как это Сдавливание могло твоего проявляться? сигнала. А зачем сдавливать твой сигнал? Ну, еще компрессия это как зиповать, уплотнять. Куда они хотели? Кого? Стирание. В том числе все три сферы, которые мы давали, над которыми команды тебе взломаны, представляли тобой, накачивали, взламывали сферу. Ну, сначала кидали на нас же. Ну да. Три сферы, мать их. Еще смотри, Иран. Такой же, как ты. То Иран. В Иране. Там даже фотку посмотришь. Очень похож. Даже внешне. Ну, то есть тебе тюрбан одеть такой. Даже без тюрбана есть фотки. Да ну, я не люблю ислам. Зато он тебя, видимо, любит. Ищи. Я плохо, я вообще Тут плохо к точно ним такого же. отношусь. Тоже диагностом можно. Давай в резонанс с диагностом. Еще посмотри все-таки, куда ты сейчас. Вот сейчас ответы идут, куда ты сейчас идешь за ответами. Ломишься. Я не вижу, куда я иду. Ну, сейчас ответы идут, и ты куда-то ломишься. До этого не шли. Вот почему они стали идти снова. Че, куда-то подключился? Удивительно. А куда? К тебе, что ли? Прям вот в живот. Вот я могу даже точку показать.
перестраивайся. Ты можешь делать все сам. Потому что я это снова выключу скоро. Чтоб ты не ленился. Угу. Потому что в бункере ты можешь сидеть много. Долго. Через тебя только совместные структуры будут. Поскольку ты не видишь, защититься не можешь, взламывать. А сидеть ты можешь долго. Клиенты идут, деньги идут, проблем нет. Но это не выход. Собирайся. В Иране сейчас смотри. Такой же, как ты. Их на самом деле несколько. Штаты есть, Европа есть. Но вот самый явный в Иране. Был взлом, потом посмотришь чувака этого даже. Министр иностранных дел. Не Сулеймани, а какой-то там еще, ну не суть. Очень похож, подсказываю, на Майка Помпео. Собственно, его и хотели взломать. Да, там как-то через религиозную энергетику. Да. Ну, если там нужно собирать было в России группу, чтобы более-менее на твой уровень плотности на наш выйти, то там просто через эгрегор, да. Соответственно, работай тем, что есть. Давай диагност. Там прям как гроза началась у него. Да, потому что через тебя чуть-чуть еще мы помогаем, ладно. Теперь между ладошками шарик такой же, то же самое, только зеленый шарик. Вытягиваешь, касаешься, зеленый диагност. Да, вибрирует при прикосновении. Что делает, где? М? Где он зафиксировался, что делает? Ну, я его толкнул к символу. Он в него влетел, и вибрация пошла. Я ощутил вибрацию. Ну, шарик зеленый, да? Да, да. А должен появиться мячик. Ну, то есть активное вещество, какое-то существо. После вибрации он должен появиться зеленый прям. Ну, как зеленое яблоко большое. Что делает? Ну, я его тоже запустил сверху по спирали. Летает сейчас. Хорошо, пусть сам летает. Смотри, что делает, что скрывается, какие блоки. Да, знаешь, такие вот перегородки, как в аккумуляторе. Такие, как она перегородка, но как сетка дырявая. Прям целая кассета в голове. Осознавай, что это, откуда. Откуда это? Райволи новая. Да нет, древняя, старая. Тогда выкидывай. И, соответственно, всплывай, наполняйся. Нисходящий поток идет, вот осознание, ясность. Все тело прям кристаллизуй. И восходящий снизу вверх.
там эмоции, жар, плотность. Сила. Сверху программирование информации. И давай, наполняйся этим потоками. Вертикальными. Не горизонтальными, а где уже человеческое. А вот вертикально. Сзади, может, какие-то батлычки есть, смотри, к телу. Это накачивает плотность тела. Как прям в кожу. Одна в голове, две в лопатках и три по позвоночнику. Диагностов с собачками и с пантерками по всем. Вон, а ты еще и теней. И всех остальных. Ну и диагностов, соответственно, чтобы вот на этом, на уровне тела тоже, как у тебя несколько диагностов было. Чтобы пока до твоего тела доберутся, они устанели бы диагноз. А ты это почувствуешь, наверное. Поясница сзади, смотри. Ремень с кольцом. Чё это такое? Откуда? Ну, никуда не привязан, просто одет почему-то. Чё за ремень? Армейский? Да, по типу, да, широкий. Сзади как кольцо для карабина. Дёрни его. Кто тебя привязывал? К чему? Ну, привязи нету, он просто... Ну, ты сейчас можешь, когда это было? Как он висел, на чём? На чем-то он висит? Для чего-то он висит? Угу. Да карусель какая-то. Знаешь, платформа с крючками. Там много тросиков. Служба. Ну, что за карусель? Смотри. Это Райо или Медуза управляла этой каруселью? Ломай. Диагностов туда и диагностов всем твоим знакомым. Вот прям, кто физически в контакте более-менее, в энергетическом, вот кто рядом, клиентам всем. И про запас, чтоб 50 пусть в комнате стоят на всякий. Муни парочку. Обязательно. Сейчас соленой рыбы наемся. Потом буду пить много. А потом писать всю ночь. Круто же. Наверное.
зеленых 90 тебе нужно минимум 2. Пусть вокруг тебя крутится. Как вы поясните. Много привязок всяких. Чакра воли впереди, прям там. Много чего. По всем привязкам каждый. Даже который с прошлой жизни отправляет диагностов зеленых. Ибо нехер вампирить. Блин, 66. На некотором уровне 1000. Да? Угу. Ну, цифра пришла 66, направление 66. Это типа ритуалов было. Да. Уже сейчас сделали. Когда уже были попозже наезды. Просто много пропустил. Петруха пришел. Да. Много пили вчера. А чё, Петруха? Привет, Димон. Привет. Не знаю. Всем. А чё ты, Петруха, не помню, тут не помню. Шпака брал, Астрахань брал. Да у нас свои приколы уже. Потому что ты много упустил. Мы как нормальные шизофреники уже мутируем в терминологиях, в историях. Словарь составили? Да. И куча новых терминов появилась. Например, зверёк. Ты знаешь, что такое зверёк? Да. Да ладно. Азербайджанец. Нет. В нашей терминологии такого нету. Зверёк — это другое на зверёк. Почти библейский персонаж. Ой. Ладно, сейчас мы узнаем, что у Димы было новенького. А азербайджанцы, чеченцы тогда как? Они что, без имени? Они друзья собственного? Человека. Они друзья человека.